Один графоман солидный журнал прислал корявый стишок. Совсем таланта не было в нем, и стиль был весьма смешон. Но чтобы вывод под стих подвесть, в нем были такие слова: жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Младший редактор сказал: пустяки, ступай-ка в корзину, брат. Но чем-то тронули сердце стихи, и он их вернул назад. Вчера я пришел веселенький весь, и жена была не права. Но жизнь такова, какова она есть, тем больше никакова. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Редактор отдела, увидев стих, наморщил высокий лоб. Стихи банальны, автор псих, а младший редактор жлоб. Но строчки вошли, как благая весть, до самого естества. Жизнь такова, какова она есть, тем больше никакова. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. И свой кабинет, озирая весь, подумал любимец богов: а может, и я таков, как есть, и больше совсем никаков? И страшная мысль, как роса с травы, скатилась с его головы: а может, и все таковы, каковы?